Привет, друзья! Что-то вся замоталась, вы знаете. Сейчас вот убирала свою комнату, выносила все свои тут чемоданы, все свои вещи, которые я натаскала за период карантина. Никто же тут не поселялся. Я эту комнату сдаю, как вы знаете. Ну и, конечно же, немножко я ее захламила, скажем так. Вот, а тут... Вроде карантин отменили, вроде не отменили. Я что-то даже не абсолютно не в курсе, но только заметила по своему этому каналу АРБНБ. Кто знает, АРБНБ это канал, сайт такой, на котором можно себе найти жилье недорогое в любой точке мира. Ну и я подала там тоже объявление, и у меня как-то чуть-чуть, по чуть-чуть, в прошлом году люди были, или пара, или один человек, мне все равно. Вот, получается неплохо. Вы знаете, 25 фунтов я беру за сутки. Да, так вот, что я говорю, я тут забегалась, конечно. У меня вдруг все опять пошло. Пошли эти объявления, вдруг Airbnb начал работать. То он был закрыт на карантин, а тут... Вот неделю назад у меня из Австралии приезжал мужчина. Первый раз я взялась тут все убирать для него специально. Вот. Потом вчера вот только что уехали две девочки, но они из Портсмута, только лишь студентки, на велосипедах. Они одну ночь переночевали и убежали. И вот сегодня я опять все тут мыло убирала, меняла постель. Видите, даже свои... Что-то попыталась скрутить полотенце, но вот что-то думаю, что, наверное, зря я, потому что это все-таки не отель. И вот немножко тут у меня получилось. Это новый открыла пододеяльник с подушками, а он, видите, мятый. Ну, я не буду гладить нормально и так. Слава богу, что все чисто и хорошо. Так что вот, получается, вот какие-никакие, ну ничего. Особенно если два человека, то получается 45 фунтов в сутки. Вот, есть смысл. Конечно, то, что они там и стирают, я это разрешаю. Разрешаю стирать, пользоваться стиральной машиной. Я вот здесь, видите, сделала себе. Ну не я, вернее, вызвала. Здесь мне сделали для них специально ключ. А вообще, если вы помните, вот еще и дверь вам покажу. Видите, здесь у меня была дырка, которую мне тогда вот эти вот, которые пришли меня проверять, просверлили дырку в двери. Я все заделала. Посмотрите, как красиво. И покрасила в белый цвет. А то мне говорили, что у меня некрасивая дверь. Все, друзья, сделала нормально. Видите, вот, показываю вам уже белую красивую покрашенную дверь. Так она выглядит. Те, кто смотрит мой канал, тот, наверное, то помнят. Я раньше разрешала пользоваться кухней. И даже хотела готовить завтраки. Думала, что bed and breakfast как бы дороже. Получилось, что овчинка выделки не стоит. Кто-то хочет завтракать, кто-то не хочет. Вот это все дополнительно. Там все эти оплаты, не пойми какие. Ну и потом, вы знаете, была одна у меня такая история неприятная, что я, у меня же, видите, я привела вас на кухню, показываю. У меня на кухне здесь холодильник. Я им освободила тоже полочку там в холодильнике, чтобы люди пользовались. Говорю, пожалуйста, берите, пользуйтесь, посуда какая вам нужна, пользуйтесь посудой. Но обычно люди, тем более англичане, я привыкла к тому, что ничего, в общем-то, не крадут. И я спокойна абсолютно. У меня тут и посуда мельхиоровая, я имею в виду столовые приборы. Ну, в общем, все было оставлено. Но самое-то интересное, что были у меня две китаянки, такие интересные тетечки, возраста моего. Примерно две. Они тут бегали. Тут, ой, да мы одного возраста. Да у нас дети все тоже одинаковые. Все по возрасту так хорошо. Разговаривают плохо по-английски, но мы друг друга понимали. И что вы думаете? Они уехали. Я как-то расслабилась. У них ключ же я даю от квартиры. Ну и потом у меня же тоже моя дверь. Я стала ее тоже закрывать. Здесь у меня моя входная дверь. Видите, ну здесь замок, как вы понимаете. Поэтому
Я замыкаю, я ухожу. И потом я пришла, они мне ключики оставили. Да, да, спасибо. Вся оплата через Airbnb. Вот. И я сразу, конечно же, ничего не проверила, даже и ни к чему. А потом проходит уже какое-то количество времени. Вот такие вот нони. Нони, какие-то фрукты. Это именно тайландские. Вот видите, и масло тут нони, вот зеленые такие, они немножко похожи на киви. И вот из этих нони тоже мне их посоветовали сами тайландки, что они очень хорошо для пищеварительного тракта, и печень чистят, и иммунитет повышают. И я пила по столовой ложке в день, утром. И она у меня, эта бутылка большущая, литровая, стояла здесь. Я не обратила внимания. Оказывается, что китайцы, наверное, это тоже все знают. И что вы думаете? Они у меня эту литровую бутылку нони украли. Ну, кажется бы, вот смешно, да? Ну уж украли бы, так тогда бы, я не знаю, тут ложки мельхиоровые, вилки. Нет, они украли бутылку нони, знали, что хорошая вещь. И понимаете ли, что вроде бы не так она и дорого, но пойди достань. И что я вроде бы уже, ну что, я в суд на них буду подавать, кому что докажешь, да? Я, конечно, покручинилась, думаю, ну, елки-палки, ладно, куплю в следующий раз этот нони-раствор. Ну, и после этого я, как говорится, такой плохой экспириенс, как тут говорят, на горьком опыте, я всем остальным своим квартирантам запретила на кухне пользоваться и даже повесила вот такую вот шторку, видите, вот я ее снимаю, когда сама, а когда ко мне кто-то приезжает, я ее вот так вот вешаю и кухню закрываю, представляете, до чего дошло, и говорю, что извините, но у меня был плохой экспириенс, опыт плохой, поэтому на кухню входа нет. А цена остается только за ночевку. И вот сейчас просто пошли, пошли, пошли. Сейчас вот в 3 часа я готовила, пылесосила, убирала, меняла белье, эту комнату после девочек вчерашних. Сейчас приезжает новая женщина. Одна, она будет 3 ночи жить. Вот так, вроде бы как, знаете, как хорошо ли, плохо ли. Ну, все-таки маленький бизнес. Хотя у меня знакомая говорит, что овчинка выделки не стоит, лучше брать на постоянное проживание. Ну, на постоянное проживание столько вы не возьмете, конечно. На постоянное проживание получается 90 фунтов в неделю. Вот так. 85-90, когда как. Ну и жили у меня тут тоже мальчики постоянно. Ничего, нормально. Но как-то постоянно на нашем острове не получается. Лучше все-таки выходит брать именно на каникулы. Так что, друзья, вот я вам рассказала, что и как. Но и это еще не все мои новости. Я вам рассказывала, что я решила выставить на продажу свою квартиру. Холодная, много надо платить за нее лендлорду. Вот и думаю, эту спальню я вообще не использую. Сейчас вот коронавирус, никого практически нет у меня здесь. Постояльцев нет. Комната стоит пустая. Зачем она мне? Получается, что я плачу, ну, а сама не пользуюсь. Так вот, выставила я на продажу. Не успела я выставить после того, как закончился у нас карантин. Это было 3 июля. Что вы думаете? Вот буквально через неделю мне нашли покупателя. И мужчина пришел один раз. Сразу согласился покупать. Молодой мужчина, 31 год. Первый раз хочет купить недвижимость для себя. Они же, знаете вы, что все перемещаются от родителей. Все хотят жить отдельно. Вот он не женатый, одинокий, но работает. Есть у него деньги. Сказал, все нравится, прекрасно, красиво, высоко. Светлые комнаты, большие. Да я и сама понимаю, что хорошо и красиво. Вот. Ну и знаете, как в том
анекдоте. Помните, как продавал корову хозяин? И когда ему решил другой помочь и корову расхвалил, а тот говорит: нет, такая корова нужна самому. Так вот и у меня получилось, что я теперь что-то задумалась, слушайте. Как-то страшновато продавать. Я-то почему решила продавать? Не для того, чтобы уезжать в Россию, а я решила переехать туда, на большую землю. Там, на севере, можно найти и купить жилье подешевле. Вот я и подумала, что найду что-то подешевле для себя, поменьше. Возможно, даже что-то сэкономлю и найду, может быть, даже фрихолд там, на материке, на большой земле. И там будет у меня какие-то новые уже впечатления. А получилось, как только мою квартиру тут же продали, я вообще-то даже не ожидала. Может быть, поэтому так я что-то напряглась и напугалась. Я думала, что будет продаваться. Пока будет продаваться, я подумаю, поразмышляю. Будет время у меня решить. Все-таки нужна мне эта квартира. Конечно, как вы видите, огромное помещение, огромная светлая кухня, огромная, и это все пойди найди в другом где-то месте. Так что пока не решила, буду думать, как и что. Все это напрягает, конечно, меня, но, наверное, надо менять время от времени место жительства. Говорят, что больше 6 лет задерживаться ни в коем случае на одном месте нельзя. Да, и, кстати, я хочу показать вам, те, кто помнит мое зеркало, вот это вот, которое я сама сделала из ракушек. Видите, вот оно у меня тут в прихожке висит. Так вот, оно было не покрашенное. Я его покрасила в белый цвет. Побрызгала специальной такой краской из пульверизатора. И вот сейчас не знаю, лучше белым. Лучше он стал, когда только белый цвет используется. Или нет? По-моему, что-то я намудрила, конечно. Потому что вот здесь у меня была огромная жемчужина красивая. А теперь она вся белая. Вот это засушенный живой крабенок. Теперь тоже получился белый. И здесь, видите, жемчужинки. Что-то не резко. И еще один крабенок. И звезда морская. Из морских глубин. И раковины все были разного цвета. А теперь вот видите, я даже сейчас, по-моему, найду вам и покажу, как она раньше выглядела. Что-то я, наверное, немножко поторопилась, друзья. Белая. Мне казалось, будет лучше. Извините, конечно, друзья, что я так уже не каждый день с вами общаюсь, встречаюсь. Ну, вот такое вот коротенькое вам видео набегу, потому что занято. Сейчас начнется опять, наверное, сезон отпусков, и будет у меня постоянно люди. Все, друзья, пока-пока.